Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Thief, Tive, кто он там, не знаю. Про вора, в общем. Так, бывают интересные поручения. Да, только где мне найти тебя? Я откуда знаю, где ты находишься? Давайте-ка посмотрим карту сначала. Ага. Ну ладно, идем по сюжету пока что. У него что-то прикупиться можно. Сыт. Снова ночь, снова. Так, после ежедневного повышения несокрушимый. To himself by the clock tower. That's how it started with the upstairs neighbors. How did it finish then? I came to the barrack and didn't go back. Doesn't feel safe on the streets. Ладно. Давай с тобой переговорим. У меня есть товары для темных дел. Ну вот. Канатная стрела. Тупая стрела. Маг. Это что? Уже так, ага. Еда. Угу. Ну давай посмотрим. Ладно. Так. Need to stock up. It hurts. Ага, это я оттуда пришел. Подождите. Вас ничего. Ага, у меня, смотрите, концентрация теперь уже действительно исчезает. Совет. Так. И что, я вышел на улицу? Что-то за птичка, мне интересно знать. Ой, за лук. А, лавка. А, лавка, все понял. Я с другой стороны просто вышел. Все. Мне еще до хрена чего приобрести надо будет. А нахрена сюда забираться? Паду. Зачем зажег? Так, а как мне пополнить концентрацию-то? Пополняется. Как? That's the last of them. There'll be more tomorrow. Завтра будут новые.
Some of these gloomers bite off their tongues to make it stop. Some push in their eyes or their ears. Luck wants nothing to do with this city. Как тебе повезло. Подождите. Блин. The old chapel on Morningside. The court of the Queen of Beggars. Это двор колесницы нищих. Старая часовня, так. Тут есть. Так, бумаги. Старые боги в новом городе. Ладно. Теперь-то я могу точно откручивать. I'll take this. Так. Мемориальные таблички. Написано очень надежда, идущая изнутри. Так. Это не то. Это не то. Не то это. Вот. Что меня интересует. Так, время в игре. Ценный трофей всего один. Всего украдено золото. Добыча найдена. Добыча найдена. А у меня еще там два полотна. Карманные кражи. Четыре взломанные замки и оглушение. Убийств нету. Пока не заморался, смотрите. Да. Мы хотим туда. It's a lonely night. Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. Эх, Гаррет, немногие бы выбрали твой путь. А кому сейчас легко? Верно. Да возьми ты. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят? Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем. Только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? Год назад я был в поместье Норкреста. Что-то пошло не так. Что случилось со мной? Что случилось с Эрин? Год назад. Слишком самоуверенные люди попытались взять под свой контроль то, чего до конца не понимали. Равновесие было нарушено. Она слепая. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли после того случая, они решили, что ты мертвый, но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить.
Мы ждали, но когда начался мрак, что-то начало будить тебя. И мы решили вернуть тебя домой. This city grows sick. It will tell you all in time. If you choose to. Город тебе расскажет. Тут, кстати, по бумажкам этим, видимо, и можно составить историю. Careful, Garrett. There are worse things in the shadows than you. Чего у тебя там? Так. Вы получили очко. Откройте журнал, чтобы улучшить способности концентрации. Навыки концентрации. Ни хрена себе. У меня только одно очко. Да хрен. Там я его буду так тратить просто. Чуть попозже. Доступно 8. Ага. Не, мы подождем немного. Идите к литейному заводу. Хочешь еще раз поговорить со мной? О. Осторожно, так у тебя могут появиться друзья. Тем не менее, поговорить мне все равно с ней пришлось бы. Блин, я чувствую, что я беднею. А я могу еще раз поговорить, еще за одну очку, да хрен с ним. Кажется, ты чего-то хочешь, в чем дело? О, щедрость тебе к лицу, Гаррет. О, а сколько могу так сделать? Да. Деньги текут, как вода сквозь пальцы. Охренеть. But it can ease the hunger. Silence becomes you, Garrett. But speak freely. Your generosity. Посмотрите, все больше уже ни хрена, косарик, будь добр, заплати. You seem to want something. What troubles you? Generosity. 700. Охренеть. Хочешь еще раз поговорить со мной? A small fortune for the less fortunate. Stay a while. Сколько у меня? Так, способность заглядывать внутрь замочницы. Охренеть. Так. Ладно. Старушка нас грабанула. Блин, концентрацию зажигать неохота. Давай. Да. Мы идем туда. Минутку, у меня там какие-то разборки. Been hauling corpses since dawn.
We just want this day to be done. Did you hear this lazy guttersite? Consider yourself lucky you're pulling that card and not in it. Now move! Ничего, один другого догнал, нахрен. Вперед работайте, пока можете. На теле уже... Так, найду другой путь. Литейный завод, проникните на завод. Так. Maybe I'll sleep tonight. Не-не-не-не-не. Thought I'd love being in the watch. But... Да твою мать, ты отцепляйся. Weather's turning. I'm starving. Weather's turning. Да. Better this than begging. Охренеть, меня бабка-то разорила, хорошо. Freezing. Давай. They call that work? What? Так. Давай. Ну, блин. What's happened to this place? Так, что случилось, да? Я сейчас расскажу, что случилось. Ага. When this is all over. Oh, I'd welcome some warm coffee. Huh? I'd wager that hound is more attentive than his masters. Nah. Вот так. С этого что-то могу взять. А у меня уже есть. Все. Не-не-не, вот здесь вот я видел. Где? Ну
удушающие стрелы. А это, по-моему, масло, да, которое можно поджечь. Давай, собираем все. Снять болты. Ага, вот он вот так и действует. Если бы я бы не приобрел этот гаечный ключ, нахрен. Ну это как в Бэтмене. Есть места, которые, получается, ты не можешь пройти сразу. Надо определенный навык иметь. Так, открываем. Проникнуть. Что за шестеренка? Кому он нахрен нужен? Хотя, учитывая, что в средневековье они-то вот как раз, наверное, цениться-то и будут. Снимаем болты, не знаю нахрена. А, знаю нахрена по карте, он, если посмотреть. Такс. То есть, если бы я не награбил себе на этот шуруповерт, хрен бы я сюда попал. Нет. Вот так. Вот теперь все понятно. Потому что не может быть такого. Он бы мне по сюжету выдавался бы тогда. Гаррет. Гаррет. Эрин. Эрин, я не заболел? А не, чувак, все с тобой нормально. Почему ты не ползешь по ней? Ни хрена себе, это я так умею, что ли? Мать, египетская сила. Сушеные дроси на выставке в аукционе. Давай, давай. Look at this. The highborn in with the lowlifes. I wonder what he's got. Not out here, sloop for brains. We carted him gentle as we could. You are treating them with respect, aren't you? Respect? Oh. Something feels wrong. Где нас там? Ладно. Допустим. Doesn't feel safe on the streets.
Вот так. Mannequins. I came here looking for a body. Вот так. Я пришел. Узнай, куда попадают трупы. Что там? Блин, такой большой сундук для двух вещей. Идиотизм. Ну все, ладно. Так. Вниз. Так. Вот такая водяная, ледяная. Ядовитые. Так. Надо по стрелам посмотреть, что у меня какие. Тупая стрела. Так, зазубренная, огненная, взрывная, водяная, удушающая, канатная, световая бомба, метательный снаряд. Тупая стрела, то есть первая. Чтобы не убивать. This wouldn't pass for respect in a slot. Не бойся, слушай, уважительных обращайся. Корнелиус, наверное, уже на конвейере. The best way to follow Cornelius is to put my life on the line. Так. Вот так, какие-то штучки, примочки тут имеются. Well, as far as I can see. Just stay alert. Stay alert. Подождите. I saw where you went, scum. I can't let my guard down. Сейчас, подождите, приголублю. Вот так. Все. Читаем.
Пропускной крюк между ребрами, ничего, нечего себя жалеть. Следующая неженка, который уронит труп, сам повиснет на крюке. Жестоко у вас тут. Так. Прятки, да, можно было поиграть с вами. Так, а интересно, она тебя съела это только что или что? Ой, прогресс игрока, трофеи, документы, прогресс игрока нет. Скрываем замок. Так, подождите. А кто меня там может увидеть-то? Вот сейчас у меня даже вопрос возник. Кто меня там увидеть может? Ага, вот и так и выглядело это. Здесь вот наебнуть его. И дальше по плану также. Хватит жаловаться о том, что в некоторых помещениях на полу разбито стекло, подметки так, где так подходит стекло или подмети его. А, вот куда-то выводила. Подождите. Даже не знаю, куда-то ведет, конечно. Это откуда-то оттуда. Получается, я посюда, по идее, должен был выйти, а не зайти. Чуть повыше я дотянулся бы. Так, бля, наблюдать, я и так наблюдаю. Бля, да как тебя? А, все, понятно. Вот так.
И чё? Стража сделала все, чтобы это здание было по-настоящему непригодным для жизни. Все, ждем, когда меня туда куда-то утащат. Это как находится на оленей в усадьбе. Time to get off. I prefer being a moving target. I'm a better shot than old Duke ever was. Так. Так, 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 так. Так, поздравляю, Барми, тебе досталась трупная вахта. Всем неплохо, если желудок крепкий. Понятненько. I hope someone starts some trouble. I'll put them in their place. Пройдемся. Chewing coffee beans. Oh, I'd kill for a cup. На. А так бы погасили бы свет, он бы обернулся, падла. Я бы с него еще бы так бы арбалетных столбов болтов бы поимел. А мне сейчас продолжение же надо, да? Смотрим. Берем все. Читаем. Внимание, в настоящее время идет реконструкция литейного завода на улице. Так. Не ваша реконструкция, нахрен от меня отвернулся. Тут-то получается, что-то там блестит, значит, что-то взять можно просто под лестницу. Больше ничего.
кого прятаться, если никого нету? Forget the gloom. If I catch the foundryman's droop. Whoops. Eh? I definitely saw someone. Eh? Stop! By order of the Baron's watch. На. Вот так. Что у вас там? На заводе что-то ценное? Я все время с концентрацией, что ли, ходил. Надо отучаться от этой концентрации. Так, выдавленные глаза, одно ухо оторвано. Нифига, синяки на шее, сломан позвоночник. Причина смерти — повешение, мрак. Это допс. Причина смерти — убийство. Преломлен череп, арбалетные стрелы. Так, рваные раны на запястьях. Блять, да вы сами себя покрываете. Забираем все. Гордо берем. Give me a locked door, I'll show you an open one. Дайте мне закрытую дверь, я открою. I haven't seen this mechanism before, though. Must be a key to fit. Пройдите путем мертвых.
Открываем. Кстати, вот этих фигурок я уж не помню, сколько надо собрать. Так, записка. Несанкционированное проникновение за эту черту будет караться, никаких исключений в случае необходимости. Охренительный ключ. Блин, пойми, что я здесь делаю. Ну, я здесь был. Был? Мать его. Ни хрена, это вот получается вот так вот можно было все пройти. Запоминайте, ребята. Не ебите мозга. Взял. Так что это за какие стрелы-то, блядь? Хороший наборчик. Давай, поехали. За ноги вроде там что-то подъезжать, за икры, щиколотки. А вы, блядь, за шею. Вот как с вами работать? О! Так, мне получается, надо еще какие-то пассатижи, чтобы провода кусать, и бритву, чтобы картины вырезать. Для мертвецов Корнелиус очень прыткий. Вот так. Смотрим. Кого вы там еще разделываете? Я ей сказал, плевать, если у твоей матери, чертов, чего-то там. Кто-то хромой, что-то важное писи, что ли? Уже не хромает. Генерал, сэр. The
Вот ты где. Excuse me, sir. Простите, сэр. Давай, вскрывай, режь его. Что было на этом трупе? Ничего. Ничего? Нет, я как раз собирался взять следующий труп, когда пришли вы. Я же многого прошу. Уважение. Фу. Пойло покрепче. Золото. А мои люди должны делать то, что я, блин, скажу. С арбалета в голову. Брось его в печь, проверь, нет ли денег, чтобы стрела не пропала. Достоинство всех ценностей. Ловец воров, я украл кольцо, украду кольцо обратно. General wanted that ring, all right. What was that about? Still, didn't see many bodies with rings until then. Так. Shit! That thief is hard to snag. Eh? You haven't left. I'll be glad when this is over. Вот так. Все возьму. Все мое.
Читаем. Сними оставшуюся одежду, тщательно обыщи, особенно швы, ботинки, ремень тоже проверь внутри ботинок, пряжки, ремни, если такова имеется, обязательно загляни в рот. Так. Кольцо. Я даже надеюсь, что он его почистил. Так. Давайте пройдемся. A strong box? Это сейф. The Baron's improvements, perhaps. It'll crack like any other. Давайте смотреть. Так, а что должно получиться-то, вы мне скажите? Рисунок? Вот так. Nobles never miss an opportunity to admire their own crest. Давай. Вот оно, кольцо. Корнелиус. Best friend, but it's not over until I get out of here. Давай открываем. Все. Уходим. Тихо вы. На. Вот так.
Куда, куда, куда? А? I could swear that. Take him! Take him! I'll have a crack at him! Всех завалю. Так. Sounds like the general's men finally found the switch. Давай. А мы уходим. Так, а чё ты не спускаешься? Вот так. Выходи, выходи. На, вот так. Теперь вроде как нормально держимся. Удушающая стрела. Это вообще какая? Вот это. Как оно отсюда выходится? Все, убежал. Украсть все, продолжить. Все украсть, ни хрена вы придумали. Так.
If I find things that посмотрим. I want to keep, табличку пока только одну взял. Right now, the only thing collecting here is монетка пока только одна. How long have I been away? Как долго меня не было. This is the chest where I keep all my supplies. I should ready myself before I leave. Так. Надо выйти отсюда. Что-то сжигаю пока. Да, свой портрет. Враг народа номер один. 5000 все-таки обещано. Ну я опять что-то притащил. Ворон. Иди в черный переулок. Выходим. Вот, блин, долговатая, да, наверное, игра? Я когда помню, играл в нее, блин, я там... По сюжету я, кстати, так и не прошел ее. Я просто ходил, грабил, воровал и как только не прикалывался. Внимание, черноруки, с этого дня любой гражданин, пойманный на воровстве, будет казнен через повешение за шею. Ну, можно за орешки, кстати, вешать. Что это значит? Потише. This city without Basso catching wind of it. He says it's a gift, and my line of work, I'm inclined to agree. This gloom is everywhere. Now, what do we have here? Так. Ушел. Wanna head over to the building? In a bit. Now, what do we have here? It's cold out tonight. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, нет. Я убегаю. Охренеть. Слишком большое расстояние, да? Streets aren't quiet anymore. На.
Блин, ни хрена не получилось. Раньше я их выносил на раз-два. Ни хрена, это что у меня? Baker closed down all of a sudden. His bread was stale, but at least it was bread. Didn't you know? He was hanged for graven crimes or some such. You ask me. Так, нет, давайте-ка я открою все это. Снять болты. Вообще не понимаю, что я здесь делаю, ладно. Там я там вроде был. Собираем. Подожди. Вот тебе и нет патруля. Откручивал. Недалеко же, недалеко. Blacktops tried to evict Mortimer. Now there's a job I wouldn't take. Of course, he went off on them, so they beat the tallow out of him. Well, he had it coming. And then they pitched him in a cart. He wasn't even dead.
Вот и все. Значит, все равно придется, да? Давай. Подожди. Открываем, смотрим. Раз, два, три, четыре. Вот так, смотрим, что мы достали-то хоть. Карта, ага, какая-то хрень написана под кроватью. Ё-моё. Так. Да. Идём к миссии. Заходи, тут кое-что для тебя. Кто хочет видеть тебя? Почему меня? Потому что ты весел. Приятен в общении, я не знаю. Он тот, для кого ты украл кольцо. Кто он? Это Орион, единственный, кто идет против барона, защищая обычных людей вроде нас с тобой. Точнее, вроде меня. Чудовищная редкость. Он помогает бедолагам, понятно. And try not to be too, you know, you. We need this. Пока читайте сами. It's good that you came, Garrett. You're in pain, aren't you?
with what little I have. Yes. Well, you've bought my attention for now, at least. Good. Please. Walk with me. The Baron favors progress over pain. Metal and stone over flesh and blood. And look what has happened. I don't get involved in politics. Так. Ah, yes. You pride yourself on being a loner. Ты одиночка. Ты правда думаешь, что это тебя не коснется? No stake in this. It works for me. But for how long? Но как надолго? Garrett? Гаррет? Гаррет? Я падаю. Это ведь твой город тоже. Какие-то видения, что ли? Что случилось? Ты потерял сознание. Ты в порядке? Да. Так, что тебе от меня нужно? Мне нужна книга. Таких, как она, больше нет. Что за книга? Говорят, ее спрятали где-то в доме цветов. Этот бордель день и ночь кишит богачами и звездами. Действовать надо тихо. Я обычно не опускаюсь до ворса, но... Времена требуют. Политик, ворующий чужими руками. Как типично. Типичнее, чем вор, крадущий ради благого намерения. Так назовем. Я достану тебе. Тем самым ты сможешь нам обрести светлое будущее. Приму это к сведению. Дом цветов. Я здесь не был, не знаю, кое-кому пришлось. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.